Здравствуйте! Котлеты любят все. Котлеты можно приготовить из мяса, из рыбы, из овощей. Предлагаем вам рецепт очень вкусных, оригинальных и несложных в приготовлении котлет из баклажанов. 1,5 килограмма баклажанов моем, выкладываем на противень и выпекаем в заранее разогретой духовке при температуре 200 градусов Цельсия 30 минут, пока баклажаны не станут мягкими. Даем баклажанам немного остыть, очищаем, кладем в дуршлаг, чтобы сцедить лишний сок. 10 веточек петрушки моем и измельчаем. Баклажаны измельчаем, добавляем в миску к петрушке. Добавляем 1,5 чайные ложки соли, 1/2 чайной ложки черного молотого перца, 2 измельченных зубчика чеснока, яйцо и, по желанию, натертый сыр пармезан. Перемешиваем. Добавляем 80 граммов сухарей. Еще раз перемешиваем. Если фарш получился густой, добавляем немного сцеженного сока. Формуем котлеты овальной или круглой формы. Панируем в муке и обжариваем в хорошо разогретом растительном масле с двух сторон до золотистой корочки. Готовые котлеты выкладываем на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. И наши золотистые, вкусные, аппетитные котлетки подаем к столу. Котлетам из баклажанов подаем соус нежный или другой соус по вашему выбору. Рецепт соуса нежный и других соусов вы найдете на нашем сайте videokulinary.ru или по-русски videokulinaria.rf в разделе «Соусы». Вдохновения вам! Удачи! И приятного аппетита!